Мур, привет, друзья! С вами Зирко, и это третий сезон ML Фактов. В нем пойдет речь о связке Жезл Молний и Часы Судьбы. Связка популярная, поэтому о ней многие знают. Но, может, я расскажу детальнее и что-то новое. Итак, Жезл Молний стоит 2250 золота, дает 75 магической силы, 300 маны и плюс 10% к перезарядке навыков. Пассивный навык. Когда применяется магический навык, вылетает молния по трем противникам. Урон молнии зависит от вашего мана-пула, то есть от максимального количества маны. Ну, если сравнивать сразу 15 уровень и голову персонажа, то 423 урона первым навыком без жезла и 948 с жезлом. Закрепим последнюю цифру в голове. Теперь посмотрим. Часы судьбы. Стоит артефакт каких-то 1950 золотых. И сразу дает 60 магической силы, 615 здоровья и 600 маны. А потом бла-бла-бла-бла-бла. Суть. Спустя 5 минут мы дополнительно получим 300 здоровья и 50 магической силы. А сверху как раз на 10 стаке еще плюс 5% магической атаки и 300 маны. Итого от артефакта 110 магической силы плюс 5% ко всей имеющейся. 915 хп и 900 маны. Все это за почти 2000 золотых. Смотрим изменения урона сразу после покупки. 1154 первым навыком, а было 948. Посмотрим ульту. 1546. Томительно ждем 5 минут. Урон 1294. Увеличился урон на 140. Вдобавок вырос запас маны и хп. Теперь ульта. 1711. Заметьте, это все урон по противнику с магической защитой 100, которая срезает немало урона, а эмблемы лесные для чистоты эксперимента. Закупим полностью часы судьбы. Хоть пассивка и не стакается, но они дают больше всего маны. 600 маны с покупки. И плюс 60 магической силы, конечно. 2134 первым навыком, 2655 ультой. Если применить по боту без маг-защиты, это 3818 урона. Но не только часы судьбы дают ману, можно собраться почти в танка. Господство льда дает 500 маны, а сумеречная броня 400 маны. Закупаемся. Что же выходит? 1709 первым навыком, 2126 ультой, а по боту без брони 3056, что весьма не слабо. Сразу объясню, я не рекомендую на стандартных магов сборку через ману, но как показывает статистика, так можно играть рафой. Что же я могу посоветовать по геймплею? Собирайте вначале жезл молнии и лишь потом часы судьбы. Это даст стартовый буст урона, а если наоборот собирать, чувствуется, что не хватает привычного урона. На этом все. Пишите в комментариях, как часто собираете эту связку. Подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!